Нахуй снесет. В смысле, в два танка, а не в одного. Ну, два танка. Да конечно, снесет. Один одного держит, второго держит. Я не понимаю, как их модшотнуть. Ну, мои танка модшотнуть, когда его в глыбу закинет. И все, и пизда там. Ну, его уничтожить. Фикси на босса поставь, и все. Его не должно, по идее, убить. Не должно. Если один танк ловит двоих, то шотает. Ну, не, он боится, что если застанет танка, его бьет оно барак, и еще один моб на нем настакивает. Может быть больно. А нет. Я думаю, фикси выживет. Ну, давай тогда так. Фикси на боссе, компот трэш забираешь. Фикси заберешь метку череп, будем через череп играть, а компот заберешь туда второго. Ой, стоп. Фикси заберет без метки, а компот с черепом заберет. Играем через череп. Я буду метки ставить. Так, ВВК, так. ВВК, дра, другой я делал, там 4 моба вылазит. Давайте, чем пул тогда. Ну, блядь, я просто ДКшки такие ватные, когда вот на трэш ляться, это пиздаю. Карас, готов? Да, да. Все, настакайте мне, пожалуйста, демонически эту хуйню. Лог демон, у нас есть лог демон в рейде? Конечно. Запусти мобу одного, чтобы... Ага, все, есть. Все, добавим пул. Могу вылезти аккуратно. А лужа где? Донт, ты единственный хан, давай лужу кидай. Все, моба быстрее лужу с натаской. Жопа не поворачивай. Играем через череп. А череп наоборот, наоборот. Ну, череп бейте, блядь, я ж поставил метку. Саш, зачем мы бьем того моба, который его не танчит фикси? Все, теперь бьем, который фикси танчит. Чтоб не сорвался он, блядь, если сорвется моб... Знаешь, фикси стоит в этой хуйне, блядь. Он тебя не берет и не заберет моба. Забирает мобов. Ты кашка, ты че? Я вчера с тебя грова забирал, когда в тебя напуливали. Давайте, мобов. Пиздим человеку, только мобов сейчас хуярим. Не через босса. Ставь быстрее моба, блядь, в эту хуйню. Блядь, мобов сейчас чисто. Фикси набивай игру тоже на моба. Быстренько по трэшу заехали. Быстрее, быстрее, быстрее. Донт, иди и разбивай там лужу. Да не тут нахуй, тут лужу разбивается у меня. Алло, блядь. Безмозглая. Второго моба добили. Все, переходим в другую сторону. На ком череп быстрее сбегай? В тучку, тучку. Блядь. ШП, блядь, ебаный в рот. Тучку жми в таком случае. Бабл. Забегай в лужу. Боб надо, не бабл. Все нормально. Так, я бобу не назначал, мы пока это второй рейд, это не по такой тактике. Так нет, просто бабл нельзя отдавать, он ускоряется. Да, не про это, не флузи. Донт, лужу. Забегай. Там больше ДПС, а чем мы просто так бегаем? Это самое, Карл, подними ШП-шку быстренько. Что, босса куда, в эту лужу тяни, в ближайшую лужу самую. Долили сначала трэш, потом босса. На ком мелкий сидит, встаньте, подмели зону. Трэш, забирали. Сразу в лужу веди. Нет, желательно. Играйте по мобам, сейчас играем. Травма была, переключились. Все, можете босса играть. Он дал уешиться на него. Бля, босса надо больше бить. Давайте больше босса играем. Будут еще два зарывания, наверное. Забирайте. Все, по трэшу заехали. Играем по черепу. Все, только трэш бьем, только трэш бьем. Компот пожмись. Все пробивает, блядь.
Сука, ты, блядь, ЧГП дам нахуй. Какого хуя он там стоит, блядь? Второго добили копателя быстрее. Затягивай, блядь, сам в центр лужи. Не стойте в краешку никогда. Бежали. Донт. Разбейте там. Бафхилл. Сейчас. Забегаешь в лужу, остальные все обратно вернулись. Моба этого в лужу поставьте, быстро захуярили его. Флешинг, это дед, боб, если кинь. Разбейте там вдали лужу еще одну. Посев флешбоб дальше. Блять. Как ты бегаешь, блядь? Мог право уйти, нет? Добили моба, дайте ему еще один стан, чтобы не закопался. Все, отлично. Побежали на другую сторону сейчас. Процесс, беги. Идите ему боб, если что. Забегай, забегай, не будет боба, забегай. Су, забегай. Карас, Бер, Шамахера. Быстро. Мелких залились, ничего. Так, босс мы должны оставить как минимум 50%, даже 45%, наверное. Трэш сыграли. Трэш сыграли. Если что, Герд дадим на следующую фазу. Ну, после это самое. Ну, вы поняли. После зарывания. Под босса стали у кого, блядь, мелкий трэш висит? Под босса станьте, у кого мелкий трэш висит? Второго мобы сычнулись. Все, в босса все играйте. Если 45% будет, то нормально, даже если 50%. Еще более-менее можно будет перевести. Мощники вышли. Сейчас будут выходить. Вышли трэш. Босса пока играйте. Одного. Надо больше босса. Нормально, нормально. Калгерия переведем. Все, по трэшу заехали. Заберите второго моба, алё, блядь. Дон, притворись мертвым, что ты, блядь, бегаешь? Я уж притворился. Второго моба забери, 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 сейчас мне шотнут. Все, отлично. Трэш играйте. Трэш, заехали по трэшу быстрее. Второго моба, видите, который фул хпшно. Фул хпшно, блядь, сейчас. Быстро, быстро. Стан готовьте. Стан дали мне. Лужу разбили быстрее. Лужу забегай. Все, супер. Так, что у нас там? Сколько процентов босса заметили? 47. 47. Нормально, переводится, даже без гера переведено. Ну что будет боба? Боба есть у кого? Я боба есть у кого? Опошки есть. Дашь флеш по квесту, блядь. Курсы разбили хуёво. Сейчас будете по бобам давать. Боб по черепу, давай прямо сейчас флеш, быстрее. Все, стой флеш, стой на месте, как там черепе стоит. Подальше от рейда, все отошли подальше от черепа. Сейчас готовься захиливать, не знаю, там что-нибудь, главхил. Готовься вставать. Все, отлично, вставай. Так, лужи у нас нет, нету лужи. Эти пока. Гим на ману дай. Даю. Так, два моба у нас. Уже нету. Блять, все хуйня. А просто суки, разбивайте, блять, нахуй. Как не надо, блин. Зачем вы разбиваете лишнюю лужу, блин? Давайте в этого. В мобов сыграем, выдаем геру и фул ДПС босса потом. Угу. Второго моба бейте, дадите ему стан на 50%. Второго моба под босса, пожалуйста, подведи его. Блять, ладно. Игнорим мобов, бьем босса. Геру дали в ДПС. Будете сейчас контролить мобов. ДК бомжи дадите. Давайте переводим его. Исполин, готовься сейчас банить, шаклить и второй приз. Готовься шаклить сейчас моба. Шаклы раздали? Раздали шаклы, быстро. Все, не уешь им там под боссом. Видите, где стоят моба? Не уешь им, сука, блять. Дот. Дот, нахуй. Удали свой спек ебаны, блядь. С этими чуваками ебучими, блядь. Уруинишь нам, нахуй. Геру дали. А, Гера, есть. Бомжей дат вызывай. Снимите скилла. Дайте палы эти самые фиры тоже по этим мобам. Палы, ретрики. Забери босса. Компот босса забери. Четыре моба там. Пиздуй нахуй, делай, блядь, спек другой дуа. Убирай нахуй чуваки уже, блядь, украсть тебе говорили.
Вызывай приеда, блядь. Стали, побежали все. Так мы убьем, не убиваем, нет? Так какой? А мы сейчас убьем, может. Да какой вы убьете, вы че, блядь, 4 мобы бегает приеду. По одному убиваю, падается. Блядь, лужи уебищные, а как вы вообще лужи сбиваете, блядь? Донт одну лужу разбивает здесь, возле где босс стоит, вторую лужу возле озера. Все, не надо больше лужи разбивать нигде. Нахуй, блядь, под 10 луж разбивайте, вон. Руините все. Язык хуёвый у тебя получился. А есть у кого-то этот? Так, если у нас опять будут траблы с ДПСом, мы Геру с пулу сдадим. Максимум болем босса процента, чтобы у нас не было третьего взрывания. Дживс есть у кого-нибудь в рейде? Да. То это порнуха. Да нет, ну типа это возможно, почему нет. Вот мы сейчас, типа, там два моба были почти фуловые, когда он закопался, но потом свичнулись в них и добили за первую эту. Да ничего менять не будем уже, ты порнуху придумаешь. У нас все нормально идет, мы просто, блядь, сейчас лужи не было, чтобы мобов завести не закапывать. Просто лужи, блядь, ошибка рейда сейчас, ну, вайпа. То, что, во-первых, блядь, дуаты нахуй червяки ебаные, которые сейчас заруинили метрай. А во-вторых, то, что луж не было. Дуат, в следующем КД вот этих ебаных червяков больше я не видел. Увижу, блядь, выпьете еще ГП. Сверху. Он сейчас летает, спек сделает. А есть этот? Рыба. Сейчас я поставлю рыбу. Давайте, ну, господи, два часа уже сидим тут в этом рейде. Чего ни в чем. Уже, блядь, голова кипит. Еще они все закрывают сейчас. А, она посложнее, кстати, оно будет. Ой, блядь. Да, точно посложнее. Ты сейчас правду сказал? Влад, у тебя первики дают 5% урона. ГП за то, что твои чуваки пошли ебашить мобов, которые законтролены. Есть вопросы? Чтобы не твои эти ебаные чуваки, мы бы убили босса спокойно. Блять, чувакам ГП. Кто хозяин чуваков? Да вообще, типа, я не знаю, как можно качать червяков? Это же, типа, со самого НАКСа, типа... Все, иди... Так, сейчас добьем пулку еще. Демона баф дайте, пожалуйста, демон. Так, Дуат, если бы ты, типа, вкачал их и сказал, вот я топ-1 по ДПСу... Все, готово, добьем пулку. Готовьте свои, блядь, эти зелья. По максимуму сейчас быстрее дайте. Дот и вторую уже там вдали уже забьешь. Потом, сейчас пустые отдаю. Хорошо. Все, играйте. Могу сейчас. Держим там. Босс играем, там за уешь смоки. Я забираю компот быстрее. Через босс играйте. Нормально, 78%, 77%. Все, в трэше заехали. Поехали по трэшу убить. Трэш играем сейчас.
Так, добили моба. Стой, убегай. На другую сторону побежали все. Все, супер. В смысле, на другую сторону? Забегай, Нелло. Одну лужу разбейте, пожалуйста, и дадите сейчас боб человеку. Шамахер, не забегай в лужу, встань возле лужи. Флэш дашь ему боб сейчас по черепу. Все остальные на другую сторону побежали. Флэш, готовься. Геро. Стоп, Геро. Боб. Все, есть. Сейчас то же самое делаем. Сейчас спел дашь боб у нас. Что там? А, протест, покайте его, сейчас он должен вылезти. Протест, прожми это самое. На ком там сейчас череп. Отойди подальше. ДК, не заблимайся, дашь. Сейчас должен босс появиться. Не забегай в лужу, стой. Не заблимайся, давай. А давай не заблимайся. Нету. Все, нормально. Все, лужу не тратим просто так. Добили мелкий трэш на чем. Компот, забирай что с черепом. Играем. По трэшу дали чуть-чуть череп депресс. Трэш, добили. Травмоба. Все, играем боссом. Трэш заудешится сейчас. А кто там разбил? Дон, ты разбил сейчас лужу? Вот сзади, который у нас. Да. Нахуя ты тут разбил? Потому что... Нахуя, Дон, блядь? Вот здесь, смотри, где вот разбивается, вот здесь вот летит. Вот. Да, ты в курсе? Я ее начал бить, она оттуда улетела. Ну так, блядь... Ну не страшно, мы не видим из этой лужи. Ну, готовьтесь на хэмку, фикси, поднять быстро. Комбо, забери фикси быстрее. Вот почему, сука, я не хочу оставить так вот, блядь. Кто сейчас БР дал у нас? Все, хорошо, добили быстренько трэш. Так, Дуат побежал. Добили быстро трэш добили. Кару, дашь БР по Сузе. Убегай, череп. Боб пока не даем, ждем. Суза, вставай. Забегай в лужу, Карас. Быстрее, блядь. Тебе повезло. Портес побежал, беги к этой луже сейчас, которая вот ближе. Беги, отошли от пути. Сейчас, Боб, готовьте. Забегай. Боб, готовься сейчас. На другой раз, встань возле лужи, тебе Боб будет. ГГ снайп, подойди к луже. Тебе Боб сейчас будет. Спел дашь, я понял, забегай в лужу туда, забегай в лужу. Нет. Так, покайте, Кару, можешь покайте все? Все, отлично. Заводите лужу. Так, ты дал, у тебя есть этот самый спел, Боб? Нет, тогда. А, все, дал, все, понял, хорошо. Так, заливайте та, которая без метки. Фикси твоему будет. Заливайте, перейти та, которая без метки будет, моба. Фикси надо будет прохиливать. Прохилить его жестче, когда вот моб его в стан кидает. Все, просто играйте через ОЕшку. ДПС очень хорошо сейчас. Каску дайте по фикси. Долили моба долили. На следующий пар. Иннер спелбаунда. Иннер по спелбауну дайте. Забирайте моба быстрее. Играйте та, которая без метки. Вот крестик я поставил. То есть метку крестик прилетит, фикси его забирает. Быстренько. Только трэш играем сейчас. Так, следующий двух мобов мы, когда вот босс вылезет с контролями, доводим босса, переводим до конца его. Дожали череп быстрее. Стан, дайте ему. Все, супер. Забегайте по лужам сейчас. Угу, у нас только две лужи осталось, блядь, выпечка. 4 уже. Нормально. Забегай в лужу, кто там у нас бегает, Нелло.
У нас нету лужи тут, видишь? Боба нету, алло. Бежал. Да забегай в лужу сразу. Нахуй так выебываться, бля, сейчас... Забежали все в лужу, нахуй. Так, Бэр, есть у кого? Да. Как раз лезь на его. Все, забегайте в последнюю лужу, и сейчас босс появится. Забегай, быстрее. Не стойте на пути, блядь, Суза, нахуй. Протест Бэр по Сузе дай. Лужу заводим, Боба, босса. Сейчас ГГ снайп и... Нет, Исполин и второй ШП в Дэйм. Законтрольте моба быстрее. Хотя бы одного моба законтрольте. Вот этот вот ближнего убить. Пока захотите, заднего моба держите. Контроль. Босса играем, всех босса играем. Гимн на ману дали? Тотем на ману. Да. Дайте лорду Сусагу. А, не надо. Все, откатился уже. Могу инер кому-нибудь. В босса играем. Все, оставили трэш, просто бьем. Трэш потом завешится. Все отлично. Геру дали? Моба сзади, там спринт держишь его в контроле. Еще. Да, там еще 50 секунд. Что обновили? Танков по ХП держим, а рейд сильно так не, ну, не поднимается. Не, в первом рейде как-то, блядь, там... Ну, сзади моб, алё. Забирай компот его. Забери его. Блядь, полбаун. Не трогайте, бомба. Блять, нету БР, сука. Флэш покидай, по сути, света. Босса. Прохил преду, да, если будешь. Захилите тех, кто с метками, алё, хилы. Забери моба, компот. Блять, хилы, хилите тех, на ком метка, блять. Что, не видите, на ком дебаф есть, если что? Двух хилов нету. Давайте, глав хил сам себя захилил. А, протест по кару БР. Да нет у нас БРов, алё. Я показываю, что есть. Вот. Давайте, взрывайте быстрее, босса. Флэш кинь, правосудие света на босса. Блядь, уебищно нахуй, убили. Пиздец, блядь. И пояс еще. Блядь, рака пати, нахуй, это пиздец просто. Лошади Донте. Угу. Там, блядь, парень, какого хуя мог вырвался? Блядь, опять там жуки эти были вонючие. Да, я не видел, что жуки были. Да. Ну, там 58 секунд контроля было, мы точно не били минуты их. Босса. Так, у нас там ставлю 69. Ставлю в порт Тирамор. Идите туда сейчас. Тейпаги Сирос, это на всех серверах. А кому-то нужны какие-то шмотки кожаные, либо вот эти вот, либо тканевые? Здесь одно время терпи, отлично. Понятно. Тирамор, портуйтесь. Кто у нас ролил, получается, 69 спел. Ребят, а есть поднять кто-нибудь? Карас, второй, объясните. Я подниму. Убери так, Ясу. Дом, тебе нужен самое, да? Да, нужны. Давайте, да? Спасибо, Исполин. Я тоже резал тебя. Что-то мне спасибо не сказал. Нафига вы перед ребятами нас портнули? Я Тирамор поставил. Ну, так, смотрим по приборам. Суза 14.3. И маску 10 минут ждать. Туза. Не отдам, если никому не надо. Соточка. Изи.
кстати, по трэшу хватает ДПС. Я вот не свечился вообще в трэш. И типа все равно, ну, свечился, когда это, когда уже закапывался. Суза там кожаная. ГП этому молодому человеку дайте. Надо кому плащик? ТП, стой, брат, вернись. Ой, или кто ты, накинь на меня что-то. Все, поехали дальше. Все. Ты сам сможешь? Кто спиздил, блядь, Карл, говно, блин. А, у тебя долго ноги, что? Так, сейчас еще раз. Кинопортал. А вы все пишете на языке хуёвом, я вообще не понимаю, что вы там пишете. Конечно, да. Да, сушу про Сагрони сорвали, блядь. Ну, так и будем делать. Сначала будем это самое убивать танка, ну, на мейн. Да, мне тоже кажется, с фикси там не сорвать агро. Я типа, если бы там не было каких-то этих... Вот, прыгай. То там бы даже эти не сорвали. Какой? Смотри, куда портал. Тирамор. Там мобы маленькие, ты чё? А. На 2 минуты отойду сейчас. Да, у Суза, когда он в прошлый раз на замену сел. Кстати, да, по ЕП тоже не забудьте ему не начислять. А тем, кто в прошлый раз пришел, начислить. Чего? Ну, Дуат уж начислили. Дуат был на замене. Бля, штаны топовые, пиздец. Так я тоже на первом рейде, получается, был на замене, на второй пришел, но ничего не было. Когда я тебя спросил, ты был в первом рейде на замене, ты сказал нет. Ну, потому что Бёрн сказал, типа, и ты пойдешь во второй рейд. Ну, так ты на замене ж был? Ну, получается, что был. Так, а ты до конца сидел? Конечно. Я стрим, тогда же еще этот самый, Кубок стримил. Да-да, и тебе полагается 80 ЕП. Два, куда? Давай. А, стоп, там камень уже есть. Какой камень? Есть лучше, чем камень. Там лог, да, я что-то не заметил. Ой, соберу, наверное, себе ресторовский спек, вот этот мусор понаставляю. А в Аниксе вообще что-нибудь годное падает? На хантайл, вепон хороший. Блять, это будет пиздец, он тебе упадет. Согласен. А, ну и на танка колечко. На танк, да, приятно, колечко очень. Донта осуждаю. Перелутал меня уже. Ага, что сейчас не пригонит, а 4 не утонул. Да я шел в рейд с надеждой, что хоть один кусок на лока должен упасть. Так, а интересно, если мы поставим эквип, то тема будет, это ж ничего страшного. Сука, кто на? Блядь, не, ну с Суза мы же вчера его брали. Так, сумма нет, у меня там придумал какой-то, блядь, какой-то рога вонючий. Атака ближнего боя, это кто у меня? Кармашка какой-то убил меня. Слезай ему сейчас. Шум.
Все, давайте сум. Да? Почему в один? У меня там фьорд был. А, фьорд — это что, ДКшник, да? Угу. Которое время не играю. Кого еще сум? Спиллбаунт со сумом. Да, меня сумон, пожалуйста. Да языки поменяйте на нормально, что вы такие душные? Зачем? Просто нормально расу, фракцию себе сделайте. Ну, вот именно. Это вы какую-то расу сделали непонятную, бомжарскую, да. Нету столицы даже у вас. Ренегаты не люди, понимаете? В смысле, у меня это... у меня есть Forbes. Все, все сумеры. Все тут? У меня столица, у нас шатрат есть. Так, вот там еще спалбаунт, все тут. Спалбаунт еще не тут, блядь. Я его только что вроде суманил. Давай еще раз попробуем. Бля, ребята, мы же в Кару завтра сходим, завтра как раз выходной будет нормально. Часов 9 где-нибудь. По такерам. Что-то я подустал, но не хочу. По баунду не проходится. А у меня проходки нет, наверное. Блять. По баунду есть ачивка с Никси 10? Казумак. Yes. Говорит, что нету на урче. Блять. Нет. Ладно, хуй с ним, я нахапала, пойду сейчас. Мошли, сейчас это самое, я перечислю. Spellbound, ты это, пишешь не на том языке. Spellbound, на урочи, чигарит. Не туда пишет. Не там удалось. Смотри, сразу вырвался вперед. Ненадолго. Все, Дон тебе орала. Я на эту хули. А кто еще ливнул у нас? Тоже проходки нету? Нет, нет, он был на прошлом этом. Ну как его? А, я понял. Все. И ЕП у него уже начислено, поэтому все норм. Мы ему вчера за все начислили. А, так снимите ему туда. За... Ты ему не начислял только что. А, ну что тогда. Так, я на этого нахалипал. Так, значит, у нас с этого с аннексии паролу, кроме плаща и колец на танка. Остановлюсь, там будут две шмотки по ГП, остановлюсь и пробовал. Ты завтра локом идешь тогда? Да, да, у меня нету больше никого. А, ты по вам закрыл? Кстати, сум, монаху. Давай. Так, у нас лемов нету, энхов нету, у нас все шаманы кастера по МП5. Я МП5 кулаки разбафы, флешты, бафы все эти туда, каски. Будет сум, нет? Тыкать. Нельзя применить к этой цели. Бьёрну ГП.
Ну, сейчас. Проходки нет. В смысле нет? Нет, я его поманил кто-то. Ага. Так, ну ты вам что профитнее, по 5 или кулак? Кулак уже дам. Так-то я помню, как конты ныли, что садятся по мане. Я бы им МП5 давал. Очень большой пес задать. Крестовенки. Вообще у меня ус уровень, ну, мана редко когда меньше, ну, на боссе, меньше 90% падает. А, ну, герт это герт. А не сильненько все гильдию ищет, смотрю. А где, кстати, Райта находится, в какой гильдии? Кто такой? Забыл его? В Exalt, так, по-моему, он. Райта? Нет, в Westpakiver. Хороший, братуш. Вы о Райте сейчас говорите? Какой Райт? Райта? Полипал один, помнишь? Полипал, помнишь этот? Он инсулинком. Не, Райт инсулинка. Тот это исполинка. Да, исполинка, точно. Не, инсулинка хоть молчал, Райт это вообще пиздец был. Невыносимый. А, все, вспомнил. Это тот челик, который у меня перед отъездом в армию просил голды, чтобы крутить рулетку. Говорит, дай мне 20к голды. Я хочу вот, в армию рулетку. Фанат Райза вылез в гильчате. Ну, я не удивлю. Это гордик. Нет. Пулюшки! Поэтому давайте скинемся ГП Годлику, да? Да, это. Пулюшки, 300 этого, СПД, а у Райза 8к ДПС. А сколько в столб даешь? Годлик. Гнёзда, что ли? Так, давайте что-то... Тут же то же самое, что и в десятке. Да. Сейчас я туда закину. Так, миликов надо обязательно закинуть туда шаманов, чтобы кастеры не так сильно будут нужны. И хилов туда к шаману. Ну, это то, что или меня нужно в третью пати. Какая разница. Вас, шипы оба. Так. Тотем на трепете поставить на третью фазу. Шаман так-то понятно. Так. Короче, МТ-шит у нас фикси, офтанк у нас будет компот. Компот забираешь больших мобов, которые будут идти с выхода. Вот. Плаваешь землю здесь, где я прыгаю сейчас. Примерно вот это вот место. И разворачиваешь картрейдом. Милики, вот эти внимательно, сразу не вырывайте с большого, пока танк не поставит. Не развернет его. А то, блядь, плюшку получите, получите ГП. Так, с этим разобрались. Так, дай лутера, потому что лутер на магии моему остался, сейчас забагаем лут еще. Угу. Все, давайте начнем. Все, все готовы. Все готовы. Все, пуляй. Все, поворотались. Без ДБМ пола будем. Я пока не могу.
Господин Рагн. Санюшка, проверь. О, как это драгераш обгоняю? О, осуждаю. Там сейчас фаза будет взлетная. Дыхание будет по-любому, у нас не хватает дуплейсеров. Хотя у нас дохуя еще кастеров. Может хватать будет. Как только босс остановится, дадим герой. Геру. Забираем оба, выше центра идет. Возвращаю, быстрее компот, блядь. Отошли от моба, ебало, быстро. Великий приори большого играет сейчас. 10% до фазы не успеем. Мелики больше большого бейте, мелких забейте хуйню мелких. Второй больше выше. Забирай компот. Разворачивай, разворачивай. Вспышка отошли, мелики. Продолжайте. Сейчас дыхание будет. Может и не быть. Будет дыхание, отошли от сразу. Сразу ушли. Под рожу ушли, под боссом стрелять. Под босса ушли. Разве скажите, пока помогу. Красный, нахуй, ты чё, блядь? Он показывал другую. Опускает. Карл, дай бар по красу. Набили сначала мелкие быстрее. Нелла, раскол. Страх. Тотем и трепета же оставишь? Вот там. Танк пока ты должен быть заходом. Тотем и трепет, да, переставили. Ну и фиг, я феребил. Нормально. Караса, караса, рис. Хил. Карас бы рейсите? Да. Кару поднимешь. Для павших даю геру. Бери снайп, дай гим. Бейте, бейте.
Главхил, а трепета вообще стоял? Стоит? Стоит, да. Он и сейчас он... стоит. Он не сразу прокат раз 5 секунд. Просто я не начал подавать мут. Ну я весь фир отбил, типа, уже как раз. Блять, на разика с отдыханием снесло. Сука. Хильте танка. Все главное. Я снесло дыханием. Иннер по главке лудайте, если есть. Иннер по главке лудайте, если есть. Да, Иннер сейчас всех в одну пати шаману. Ну, всех живых. Я перейду. И это сам не трогайте. Все, сейчас добьется глаз. Давайте, давайте, добивайте, да, просуньте. Фиры часто кастуют порву, блядь. Очень часто, вообще непонятно, что это касту. Я в тике или попадаю. Фикси, прохил, постоянно прохилим. Добивать хилов нет. Я тупо стопал, чтобы в тики попадать просто. Это пиздец, он, блядь, перебрасывает тайм. Оно не работает так, в тики не попадешь там. Нет, я, ну, в смысле, в начало каста просто, я стопал ДПС и скидывал в начало каста. Типа, иначе, типа, он, ну, он то бывает моментально сбрасывает, потом я думал, дилей в одну секунду. Но это, типа, так все равно сбивается. Так, вот прикол, у меня... Да я говорю, там рандом. Три раза с него сразу, типа, я на месте остался, а раза четыре просто бегал, ну, все. Ну, это я бы скидывал просто по-новому. А, ну, фаров нет. Огнестрелка надо кому? О-о! Блядь, Дон, заебал, блядь! Ты не хотел во второй репетиции. До свидания. Все, до свидания. Три бисовые шмотки заедет. Древковое... На мишку, да, нахуй я не остался. На мишку войду, да. Давай. Пиздец какой-то, блядь, нахуй. Роллу персу. А башка от десятки отличается? Нет. Просто сумку. Ой, Дон, твой Дон. Пиздец, блядь. Козёл. Парола. Так, застрик, раз вижу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Всё, не надо. Это мешок. Я в курс. 70 вообще, прист. Нет, это без ГП. Давайте поможем. Давайте поможем тем, у кого нету проходки, проходку сделать. Типа Гудлику, Спелбан, у кого там еще нету. Кару и приз переживайте. А, ту самую сумку раз и трех. Раз и двух ящиков. Кару две. А в каком-то там пати уже. В смысле, подожди, какую сумку? Я от чего отказался только что? А сумки? Ты сказал, не-не-не-не-не. Я думал, мешок с самоцветами ты имеешь в виду? Нет. Чего приебал? Ой, блядь. Приебал. Карл, дай сумку, пожалуйста, если я не приснял. Так, голова, там мы изролили ее или нет, кстати? Не, Рос, это просто этот рейтрол пишет. Так, отдам этому, просил ГГ-снайп. Карл, карась. Снейвер, а как этот пишется?